купите мне на рынке картонное пальто, фарфоровую шляпку, ботиночки с шитьем, цыпленка на цепочке, котеночка в мешке. Но все будет не это, и все будут не те. Но все будет не это, и все будут не те. А я скажу спасибо, а я скажу бонжур. Мне ничего не надо, я замуж выхожу на новеньком трамвайчике с оркестром без струны. Поеду без билета, что же делать мне? Мой муж хороший дядя с усами до ушей, а Видя читает для местных алкашей, и все бомжи рыдают, и плачет весь народ. Но он не наливает и выпить не дает, цитирует Бодлера, а я так не могу. На новеньком трамвайчике в Бразилию иду, сменяю на пальтишко гитару без струны. И сразу все узнают о том, как грустно мне. Кондукторы заплачут, дроп-дилеры нальют, а самый толстый дядя подарит мне зергут, предложит руку с сердцем, а я отвечу нет. Не очень-то подходит мне ваш ангажемент. Купите мне на рынке картонное пальто, фарфоровую шляпку, ботиночки с шитьем, цыпленка на цепочке, котеночка в мешке. Но все будет не это, и все будут не те. Спасибо.